Я в Лесозаводске уже 18 дней, ну и больше 2 недель варю дедули буханочку. Вот. Анонс такой сделаю будущего кино. Эту сторону я уже сварил. Вот. Все арочки, ну все как обычно. Вот здесь на улице колупаюсь. Дедуля вот такой вот мне защиту от ветра сделал. Такой конкретный сарай-сервис. С Китая постоянно дует ветер. Китай вон там, за теми дальними деревьями, совсем близко. Вот, поэтому, в принципе, все записал я. Вот, все на видео у меня есть. Сейчас попробую тут с фотоаппарата показать немножечко. На ускоренной. Как обычно, гнилушки. Вот. А без этого никуда. Машина 86-го года. И все, естественно, струхлело. Так что будет видос. Ну, будет видос, это где-то примерно, наверное, там, 7 мая. Когда уже приеду обратно, акклиматизируюсь, вот, привыкну к нашему времени. 7 часов разницы. Очень сложно привыкать. В общем, вот такие будут видосы про УАЗ. Ну, не знаю, сколько серий будет, наверное. Может, 3, может, 4. В общем, все, все как я люблю. Гнилушки. Ну да, усилители. Чего они тут? Вот это. Вот, ну понятно, что арочку я-то уже это сделал. Вот. Так что вот такие вот дела будет. Ну, сегодня я сварку заканчиваю, потом буду УАЗик. То есть буханочку эту красить. Ну, постараюсь покрасить ее. Разукрасить, точнее. Чтоб она была в своем роде тут эксклюзивная. Ну, ладно. Тогда до следующих. Точнее, не то, что до следующих, а до новых встреч. Уже буду в Москве все это делать.